бизнесменам России. Ребята, делайте так же, как и я. Потому что, в конце концов, надо пользоваться нашими рублями, а не этими, понимаете, бумажками. Хватит нам кормить западных детей, давайте думать о своих. Понимаете? И я сейчас сделаю такую фишку, да? Вот такую я фишку сделаю. Видите, как они? А еще говорят, видите? Вот, меня люди поддерживают. Долой импорт! Долой импорт! Вот, мы против импорта. Вот мы поджигаем эти. Это мои последние доллары. Вот. Сейчас я их добью. А еще говорят, что они не горят. Хрен там, вон как горят. Понимаете? Все вранье, они даже на этом экономят. Эти... Вы что, с ума сошли? Западники. Вы что, с ума, господи. Да. Да. Вот, видите. Настоящий, так. Понимаете? Это видите, настоящие. Это настоящие деньги. Ой, без, да всякое, без базара. Вот, все настоящее. Вот я только что в банке забрал, люди снимали, все видели. Вот. Все настоящее, все горит, пожалуйста. Да ну это мне нужнее, на самом деле. На улице живу несколько дней, блядь. Ну чего? На улице... Долой! Импорт! Долой! Импорт! Долой! Импорт! Вот так вот мы. Кстати, мне там с товарным чеком... Нет. А что самое главное? Вот они, видите? А, это... Я им жгу. Все, готов. Видите? Они горят. Они горят. Вот так. Дайте мне. Я сейчас сделаю еще. Пошли, карман. Это брехня. Конечно, брехня. Какая брехня, если по-настоящему? Дай, я это ценю. Не трогайте эту гадость. Не трогайте. Брось ее, брось. Я сейчас сделаю, чтобы погасить этот костер. Из иностранной валюты такую фишку. За российский бизнес. Вот я погасил очаг отчаяния западного капитала.